Нет, нет, Зоя не надо, Зоя не Зоя без слов. Что такое? Зоя? Вижу Зою. Так. Вижу Зою. Зоя? Зоя? Зоя, а где мои документы, Зоя? В машине. В машине? Да. Ну, короче, карауль. Мои документы. Я даже не собралась на рыбалку. А ты пройди по рыбакам, пройди по рыбакам. Посмотри, что они там сейчас ловят. Сейчас проверим. Зой, а костыли я не смогу достать. Нет, тебе не надо достать. Я понял. Мне не надо достать. Я и не собирался. Беспокойно, это ужас. Я вообще ни при чем здесь. Это ни при чем. Миша, Миша, ты лучше... Миш, ты лучше расскажи, как поймать валею вот такая, вот такого валею. Ну, это как он называется, валей, я забыл. Судак. А, судак, судака. Судак. Судак. Я чуть пристану. Я могу немножко постоять. Ты трусы не снимает, женщина тоже. Не, я просто не буду снимать. В смысле, как обычно? Посмотри, они засели в кустах. Ты видишь? Я вижу, да, я вижу. Ты можешь на них направить камеру. Смотри, как он внимательно смотрит. Дима, ты бинокль взял? Смотри. На том берегу никого нет? Китайцев там нет? Нет. Сейчас подойду. Слава Богу. Сейчас подтяну. Слава Богу. Надо дождаться, пока клёв будет. Да, он уже должен быть, уже 15.07. Давай. Знаешь, когда... А, мы браху не прочитали. Боря, знаешь, как она не фокусирует? Когда искусственный зум. Вот тогда она начинает... Нет, искусственный не надо зум делать. А, кстати, когда... Так у тебя другого нету? Нет, когда зум искусственный, просто придерживаешься на какое-то время, и потом он тебе это ловит этот момент. Оказывается, знаешь, в чем дело? Мы браху не прочитали. Ну-ка, давай. Я не... Давай, давай, не Шма, Израиля, Адоной, Элохейн. Ну, давай, за меня тоже. Ломи! Шма, Израиля, Адоной, Элохейн, Адоной, Хат. Аминь. Сейчас пойдет клёв, ребят. Да, все.